В Крымской спортивной школе «Электрон» по футболу исполнилось 5 лет. Первую полукруглую дату отметили небольшим праздником. Фейерверк, общение с партнерами и болельщиками и, конечно, сама игра. Максим Широковский с подробностями. Появление 5 лет назад этой спортивной школы в нашем регионе было настоящим событием. До этого, конечно, существовали и клубы, и секции, но такого серьезного подхода к подготовке футболистов не было. Сейчас здесь под руководством квалифицированных тренеров занимаются более 300 ребят. Все передается. Азы футбола все объяснены. Все показали, рассказали, как действовать в тех или иных ситуациях. Поле намного лучше было, чем на волне. Ну, вообще тут все более качественно сделано, более профессионально. Школа не стоит на месте, постоянно развиваясь. Воспитанники регулярно оттачивают мастерство на всевозможных первенствах страны. Тренеры и остальной персонал повышают свой профессиональный уровень. Как результат, в прошлом году ребята из команды «Электрон-2009» привезли в Новгород кубок за победу в суперфинале крупнейшего детского турнира нашей страны «Кожаный мяч». Кроме того, в 2020-м школа получила статус футбольного центра, что позволит ей уже в ближайшее время начать подготовку спортсменов по всем стандартам РФС. Наша основная задача – вырастить футболистов. То есть надо понимать, что мы не клуб футбольный, мы спортивная школа. И наша основная задача – это как раз обучение. Да, и мы должны дать дорогу в жизнь как бы футболистам. Именно чтобы ребята, которые пришли сюда, не провели здесь 10 лет просто так, а именно нашли себя в футболе. Свое 5-летие спортивная школа решила отметить довольно скромно. Прием 7-летних новобранцев, торжественная часть с выступлением официальных лиц, награждение партнеров и друзей, а также небольшой товарищеский матч между взрослой командой и юными воспитанниками. Ярким пиротехническим шоу «Электрон» поздравили и болельщики, на протяжении 5 лет доказывающие свою преданность новгородскому футболу. Заряды и барабан поддерживали спортсменов как дома, так и на выездных матчах. Упрекать спортивную школу и команду в том, что имя «Электрона» не гремит на всю страну, пожалуй, было бы неправильно. 5 лет – это такой срок, чтобы только пристреляться. Ведь здесь, как на футбольном поле, в первые 5 минут очень сложно предсказать исход матча. Но главное – верить в свою команду, ведь у «Электрона» все впереди. Максим Широковских, Михаил Серов, новости Новгородское областное телевидение.